Джулиану Ассанжу присудили премию Европарламента за свободу журналистики. Кандидатуру основателя WikiLeaks выдвинула объединенная фракция левых партий. Сам австралиец находится в Лондоне под арестом. Он был задержан в посольстве Эквадора после того, как южноамериканская страна отказала ему в предоставлении убежища. В отношении Ассанжа заведены дела сразу в нескольких странах, в том числе его экстрадиции добиваются в США.